Можно ли делать флюорографию два раза подряд? Как в любой процедуре, в флюорографии есть свои показания и противопоказания. Давайте для начала разберем, что же такое флюорография и для чего она нам нужна. Зачем мы ее делаем каждый год? Может, можно обойтись и без нее? Флюорография – это исследование организма с помощью рентгеновских лучей наших органов грудной клетки. А проще говоря, это тот же рентген, только внутренних органов. В настоящее время это самый быстрый, дешевый и массовый способ исследования людей для выявления опасных заболеваний, такие как туберкулез, злокачественное образование, образование в бронхах. Да, рентгеновское излучение звучит пугающе. Но для сравнения, прямое излучение от солнца, особенно в летний период, намного выше и опаснее, чем доза полученной радиации от флюорографии, намного меньше, чем мы получаем от солнца. Почему нас могут заставить проходить повторно флюорографию? Например, снимок не получился, или получился, но нечеткий. Либо ваш снимок выявил какое-либо заболевание, и его надо подтвердить или опровергнуть, или, совсем элементарно, ваши результаты попросту потеряли. Внеплановая массовая проверка населения при выявлении массовых случаев заболевания туберкулезом. Но не отчаивайтесь, не все так плохо, в некоторых профессиях даже показано проходить флюорографию два раза в год. Это работники медицины, больные туберкулезом, пациенты с серьезными хроническими заболеваниями и даже воспитатели в детских садах. При повторном прохождении флюорографии побочные эффекты не проявляются. А есть те, кому нельзя проходить флюорографию вообще. Это беременные, и то, в некоторых случаях можно, и кормящие грудью мамочки, дети до 15 лет. Еще есть группа людей, кому противопоказано проходить флюорографию, это лица, участвующие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, а также люди, страдающие белокровием. Перед тем, как делать флюорографию, больше одного раза в год необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом. В общем, лучше, конечно, не злоупотреблять рентгеновскими лучами, но если вы пройдете флюорографию два раза подряд, с вашим здоровьем ничего не случится.